75-летию Победы ветераны получат дополнительные выплаты. Об этом рассказал министр соцполитики региона Андрей Злоказов. В частности, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны увеличат единовременные выплаты к празднику. Жителям блокадного Ленинграда компенсируют проезд поездом до Санкт-Петербурга и обратно. Кроме того, сохранятся ветеранские теплоходные круизы. Выбирать с умом. Екатеринбуржцы смогут проголосовать за благоустройство общественной территории, которую нужно отремонтировать в первую очередь. За победу будут бороться сад имени Энгельса, летний парк «Уралмаш», набережная реки Ольховки и дендропарк на улице Мира. Горожанам необходимо заполнить анкету, при этом выбрать можно лишь один объект. Голосование продлится с 21 по 30 января включительно. Зовите аиста. Россияне смогут получить материнский капитал за первого ребенка уже весной. Об этом сообщили в Госдуме. Также ожидаются поправки в бюджетный кодекс. Выплачивать маткапитал за первенца предложил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Так родители получат почти 467 тысяч рублей. Увеличатся выплаты и за второго ребенка. Программа будет продлена как минимум до 2026 года.